Хоккеисты «Чайки» продолжают свой путь на предсезонном турнире среди команд МХЛ в Казани. Очередным соперником стали «Стальные лисы» из Магнитогорска. Несмотря на равную игру, в первом периоде сильнее оказались наши соперники. На 18-й минуте лисы вышли вперед. В начале второй 20-ти минутки Касутин сравнял счет, но и магнитогорцы смогли отличиться, причем дважды. При счете 1-3 команды начали третий период, и гол Мурашова вроде бы подарил надежду нижегородцам. За минуту до конца еще одна шайба оказалась в воротах лис, но судья этот гол отменил. Итоговый счет 2-3.